Здравствуйте, уважаемые шахматисты! Начинаем видеокурс. Он называется «Основы методики решения шахматных задач на прямой мат». Он запланирован из двух частей. В первой части будет рассказано о методах решения шахматных задач. В основном первая часть рассчитана на шахматистов с юношескими разрядами. Во второй части предусмотрено углубить материал и ориентироваться в основном уже на шахматистов разрядник. Ну, для начала нужно сказать о том, что такое шахматная композиция. Википедия пишет так: шахматная композиция — создание, то есть составление шахматных задач и этюдов. Мы предлагаем несколько другую формулировку. Шахматная композиция – это область шахмат, в которой обитают красивые задачи и этюды. Ну почему так? Да потому что именно за красоту шахматных задач и этюдов шахматную композицию называют поэзией шахмат. Теперь о главном предмете нашего видеокурса — о шахматной задаче. С одной стороны, шахматная задача — это произведение искусства, составленное автором-композитором. А с другой стороны, шахматная задача — это позиция, в которой белые начинают и дают мат в несколько ходов черному королю. Шахматная композиция делится на две половины: составление и решение. Проблемист – это шахматный композитор, составляющий задачи. Этюдист – это шахматный композитор, составляющий этюды. В шахматной композиции существует 8 жанров. Первый жанр — двухходовки, то есть задачи на мат в два хода. Второй жанр — трехходовки, то есть задачи на мат в три хода. Третий жанр — многоходовки, то есть задачи на 4 или более ходов. Четвертый жанр — этюды. Ну, они бывают на выигрыш или на ничью. Пятый жанр — кооперативные маты. Шестой жанр — обратные маты. Седьмой жанр — ретроградный анализ. И восьмой жанр — сказочная композиция. Три первых жанра шахматной композиции
двухходовки, трехходовки и многоходовки принято объединять под общим названием прямой мат. Первые шесть жанров шахматной композиции входят в программу международных соревнований по решению шахматных композиций. В первый день участникам предлагается решить три двухходовки за 20 минут, три трехходовки за 60 минут, то есть за 1 час, и три этюда за 100 минут. Во второй день участникам предлагается решить три кооперативных мата за 50 минут, три многоходовки за 80 минут и три задачи на обратный мат за 50 минут. Итого участникам на решение 18 композиций предоставляется 6 часов чистого времени. Ну, существует замечательная система соревнований по решению шахматных композиций. И эта система соревнований может привести участника, вознести его вплоть до самого высшего звания. Итак, первая ступенька системы соревнований – первенство региона или области. Вторая ступенька – первенство федерального округа. Третья ступенька – первенство России. Четвертая ступенька – первенство Европы. И пятая ступенька – первенство мира. Таким образом, для того, чтобы завоевать звание чемпиона мира среди юношей и девушек по решению шахматной композиции, спортсмену-решателю нужно пройти всего-навсего 5 ступенек. В решениях шахматных композиций, так же как и в других видах спорта, присваиваются разряды, звания, вплоть до звания международного гроссмейстера. Литература по решению шахматных композиций, к сожалению, невелика. Могу назвать только три книжки по решению, которыми пользовались очень многие спортсмены-решатели. Прежде всего, это книга Евгения Умнова «Как решать шахматные задачи». Вторая книжка – это брошюра международного гроссмейстера Юрия Авербаха «Как решать шахматные этюды». И третья книжка международного мастера по решению шахматных композиций Якова Владимирова. Она называется «Как решать шахматные задачи и этюды». Ну а теперь давайте посмотрим 6 шахматных задач, которые были представлены на первенствах России среди юношей и девушек по решению шахматных композиций. Вот перед нами первая позиция. Задание в ней мат в два хода. В начальном положении
сразу бросается в глаза то, что короля опекают в основном три фигуры, а ферзь и ладья в стороне, ну, очень такой интересный забор из черных пешек. Ну, защитник, по большому счету, такой приличный, это конь. Ну, задача много попыток, однако решает эту задачу вот такой вступительный ход. Первым же ходом белый ферзь с края доски идет в центр под удар двух черных пешек. Особенность в том, что этот ход не создает угрозы. Он создает цугцванг. Цугцванг. Смотрим защиты. ДЕ. Ладья F2 мат. ФЕ. Ладья F6 мат. С3. Ферзь B4 мат. D4. Ферзь C6 мат. F4. Ферзь G6 мат. Защиты пешками закончились. Осталась последняя защита. Сыграть куда-то конем. Ну, после этого... Вот такой матующий ход. Вот эта задача, конечно же, очень понравилась участникам первенства. Но справились с ней далеко не все. Пожалуй, больше половины участников не смогли ее решить. Вот еще одна двухходовка из первенства России среди юношей и девушек. Вот очень приятная, на взгляд шахматистов, позиция. Ну, прежде всего, она приятна потому, что в ней немного фигур, нет белых пешек. И особенностью позиции является то, что в ней есть так называемая белая батарея, которая может дать скрытый шах. Ну, произвольный такой какой-нибудь шах. Тогда слон черных слопает ладью. Первый ход такой. Король D6. Красивый и неожиданный. И рискованный на первый взгляд, потому что, открывая линию ферзю для угрозы, ферзь b7, это угроза, белые подставляют своего короля под шахи черных фигур, даже два шаха. Ладья d3, шах. Ну, белые спокойно играют слон d5 мат. Почему это стало возможным? Да потому, что когда черные сделали шаг, они перекрыли линию черного слона, который воздействует на белую ладью. Очень похож второй вариант. Ладья g6, шах. И снова ладья перекрыла линию черного слона. Батарея срабатывает. Закрывается от шаха мат. Два очень красивых варианта. Но есть еще два варианта. Например, король b6. Теперь белый слон может не контролировать пункт c4. Ходом слон c2. Белые перекрывают линию слона, и батарея матует. Еще один вариант при ходе короля на поле b4. В этом случае черный король встал на линию другой белой батареи.
Фец плюс король. Вот таким ходом батарея дает красивый мат. Вот эта задача входит в золотой фонд шахматной композиции и многократно принимала участие в многочисленных турнирах по решению шахматной композиции как среди школьников, так и среди взрослых. А теперь давайте рассмотрим задачу на мат в три хода. Вот очень интересная начальная позиция. Также была предложена на турнир среди школьников много раз и практически всегда вызывала немалые трудности у решателей. В начальном положении видим у белых 6 фигур, у черных одинокий король, который стоит в углу и у которого нет ни одного поля. Если мат в три хода, то очевидно, что ферзь может быть подключен только на втором ходу. На первом надо для начала просто распатовать короля. Распатовать может только белая ладья. Возможности какие? Дать шах для начала, да? Почему нет? Проверить можно. Есть интересная жертва ладьи. Очень интересная жертва. А есть возможности сыграть ладьей по линии Б. И в каждой задаче есть обязательно красивая идея. И в этой задаче она тоже есть. Но могу сразу сказать, что ладья Б8, ладья Ж7 опровергаются. А решает задачу вот такой ход. Ладья Б1. Ладья удаляется от матовой зоны к черту на куличке. Единственный ход. Теперь ферзь подключается. Шах. И теперь у черного короля 4 поля. Если пойдет на F8, мат. Пойдет на H6, практически тот же самый мат с превращением пешки. Если пойдет на F6, то ладья возвращается. Получается тоже симпатичный мат. Ну, конечно же, основной финал, можно сказать, главный финал возникает, когда король пойдет в угол. Теперь ферзь, двигаясь как бы за белой ладьей, дает дальний такой мат черному королю. Ну, мы видим, что основная идея это та, которая, что ладья, белая ладья проложила дорогу ферзю. Эта идея в шахматной композиции называется «Бристольская идея». Рассмотрим еще одну трехходовку из первенства России. Вот приятная опять внешняя начальная позиция. Черный король отрезан по линии А ферзем. Поджимает его конь, слон, проходная пешка. Защитник, черный конь. Первый ход как труден, так и красив. Ферзь с углового поля играет на G7, отдавая черному королю сразу три поля. И на первый взгляд даже непонятно, зачем он туда идет.
Но оказывается, только этот ход решает задачу. Остальные ходы имеют опровержение. После первого хода наступает цугцванг. Если черный король побьет коня, пешка превращается в ферзя шах. Ну, если конем ферзь бьет, король А7, слон бьет С5. Вот тут мы обращаем внимание на финальную позицию. Все-таки она редкая и красивая. Два ферзя, матует слон, а конь черных связан. Если король черный пойдет на поле А7, то решает вот такой ход. Превращение пешки в слона. Ну, обоснование простое. Если превратишь ферзя, будет пад. А теперь у черного короля есть свободное поле. Единственное. Потому что конь под связкой. Король бьет. И ферзь G7 возвращается на первоначальное поле, на котором он стоял в начале позиции. И получается опять красивый мат. Есть и третий, тоже очень эффектный вариант. Король C8. Второй ход, ферзь G2. Как масштабно играет белый ферзь, да? Он бегает по всей доске. Сколько усилий предлагает, прикладывает, чтобы осуществить замысел автора. Так, ферзь G2, цугцванг. Конь, любой ход. Конь H6. Мат. Третий красивый мат в этой задаче. Вот эти три варианта их называют основным содержанием задачи. Но есть и дополнительная игра. Если король пойдет на C6, пешка превращается в ферзя с шахом. Король бьет, ферзь бьет, получается мат двумя ферзями. Не такой красивый, как те предыдущие. Если король пойдет на А6, то ферзь бьет коня, король А5, ферзь Б5. Мат. А если король вернется на А7 или Б7, то получается такой своеобразный мат двумя ферзями, превращением и с двойным шахом. Последний вариант в этой богатой по содержанию задачи — это ход коня. Конь пойдет куда-нибудь. Тогда опять превращается пешка в ферзя. Ну, можно превратить и в слона. Это называется дуаль. Король бьет. Вот. Вот эта задача входит в золотой фонд шахматной композиции. Ее всегда называют шедевром. А теперь давайте рассмотрим задачу многоходовку. Задание в ней — мат в 4 хода. Эта задача была предложена участникам личного первенства мира среди юношей и девушек 2016 года. И оказалось довольно трудной для большинства участников. Ну, я покажу сразу решение.
кратенько все-таки стоит сказать. Черный король охвачен слоном белых. Пешка b7 блокирует. Фец белых должен найти возможность, как подобраться к черному королю. Но у черных сильная ладья, защитница. Первый ход — фец h4. Конечно, этот ход представляет из себя загадку, тайну. Для чего сюда фец пришел? Оказывается, это очень важное поле для ферзя. Можно даже сказать, сверхважное. Потому что с этого поля ферзь атакует поля h2, g3, f4. И это будут для него такие узловые поля. Для того, чтобы потом быть переброшенным на линию А и провести необходимый двойной удар. Смотрим. Итак, ферзь h4, цугцванг. Первая защита. Второй ход. Шах. Ну, на c8 нельзя из-за мата, который будет многократно повторяться. Король a8. И вот теперь ферзь А2, шах, и при этом двойной удар. Типовой шахматный прием. Король отходит. Ферзь бьет g8. Мат. Вот эта идея — поймать ладью на двойной удар — будет еще несколько раз воспроизводиться в последующих вариантах. Так, ладья f8. Второй вариант. Ферзь g3, шах. Точный ход. Король a8. Ферзь a3, шах. Король b8. Ферзь бьет f8. Мат. Второй двойной удар. Ладья e8. Третий вариант. Теперь ферзь f4, шах. Опять точный ход. Король a8. Ферзь a4, шах. Двойной удар. Мат. Три очень похожих варианта. Так, а если черные сыграют куда-нибудь королем? Например, король c8. Тогда белые играют ферзь e7, нападая на мат. Единственный ход. И теперь четвертый двойной удар. Ферзь e5, шах. Красиво. Король уходит. Мат. Вот четыре очень однородных, то есть очень похожих по тематике, по идее, по своей, варианта в этой миниатюре. Есть и пятый вариант. Если в начальном положении черные сыграют в угол, вот тут, пожалуй, наступает кульминация решения. Найти второй ход, король g7, очень нелегко. Пользуются тем, что черный король немножечко застрял в углу. Белые просто нападают на ладью и грозят ее скушать, как защитницу. Ну, если пойдет куда-нибудь пешечкой, то второй ход сюда и мат. Если ладья даст шах, король бьет. Ладья f8, король бьет. Если ладья e8, то здесь уже двойной удар, который уже был в этой задаче, да? Ферзь бьет e8, мат. Тогда что же делать черным? Король a8
Король g7, что же делать черным в этой позиции? Ну, на d8 нельзя под удар. На c8 блокирует клетку у короля. Тогда просто шах. Сравнительно новый финал. Так, остается только попытаться выбраться королем из матовой зоны. Король b8. Белый король забирает ладью. Король c8. И четвертым ходом как раз к финалу белые успевают заматовать черного короля. Вот эта задача именно отличается своей такой повышенной трудностью. И все же, несмотря на это, она очень нравится большинству шахматистов. Ну а теперь давайте посмотрим многоходовку с заданием мат в 6 ходов. Прежде всего мы видим атакующие фигуры белых. Это ладья, пешка, ну король помогает, ферзь и слон. Ферзь, однако, ограничен. Ни на d6 не может, ни на f6 попадает под удары. Слон белых как-то удален. У черных есть сильные защиты в начальном положении. Первая сильная защита – побить ферзя. Это опасно для белых. Другая сильная защита – превратить пешку на поле g1 в любую фигуру. Первый ход такой. Слон нападает на черную ладью и грозит мат в один ход. Черные, конечно, защищаются. Например, ходом ладья d8. Вторым ходом совершенно неожиданно белый жертвует слона. Шах. Третьим ходом белый жертвует ферзя. Начался некий фейерверк жертв. Да еще подставляет под удар слона. Да еще с шахом. Оказывается, этим ходом ферзя белые тормозят пешку g2. Слон бьет. Шах. Король отходит. Ну вот здесь мы теперь видим, как это важно было вызвать торможение пешки g2, иначе бы открылся белопольный слон, и король на c6 попасть бы не смог. Белые потратили 4 хода, осталось 2 хода. Грозит мат. Где опять? У черных теперь единственная защита, слон b6, защищая матовое поле опять. Ну, теперь даже юные шахматисты, или безразрядники, или разрядники, найдут простейшую комбинацию. Ладья опять шах. Бьет. Мат. Вот какой эффектный, красивый финал. Для того, чтобы его достичь, белым пришлось пожертвовать последовательно слона, ферзя и ладью. Такие комбинационные задачи всегда, во все времена нравились любителям, приверженцам шахмат. На этом материал первого видеоурока завершен. Во втором уроке нас ожидает тема «Финал шахматной задачи».